kadre bi kadre, kadre iz kadre. Ja včera smotrel, ja skrenu, to odlično bilo. Miša, poprav bordo, to ovi bi v objektiv nije nikak. Ja, hrvatsko. Ona kak je uminšaj, ti uviličuje, ne? Co nie, da? Пачки спасерят, камень где-то поравняешь. А куда ты хочешь, это перекрестка. Мелочь тоже собирает. Только не так, а не туда смотри. А вот так вот дай. Адрес уйдет. Мало. Я считаю, что... Цены сносные, товар неплохой.
все равно неприятности. Там побеседовать. Во-первых, чтобы такие факты не повторялись. Ну и если совести у них есть, пусть вернут ребенка заплатят. Напомните, что мы представители государства и по нашим делам судят о нашем государстве. А пока неприятно, мне лично неприятно было, когда заходишь, и мне с таким восторгом рассказывают. Часы украли, зажигалки украли, калькуляторы украли. Попрошу еще раз, побеседуйте с личным составом. Пусть или деньги вернут, или вещи вернут. Солидно получается, я говорю, по нам, по нашим поступкам, по нашим поступкам. Ну это по простоте своей, заходите, смотрите, а у нас смотрите, смотрите, показывайте. Внимание, товарищи, все мое смакой Сергей Александрович, день рождения. Среди меня особого складе из сортового крема специального батальона сердечного. Поздравляю вас с днем рождения. Благодарю за службу. Кубич Петр Николаевич. Кудрич. Отличный день рождения. Завершите меня тоже. От имени особого склада 240-го крема специального батальона поздравить его, пожелать крепкого здоровья, успехов в службе, поблагодарить за службу. Предоставить выходной. Все медики, пожалуйста, туда. Шагомарш, все, больно разойдись. Давай. Не забывайте, какого памятника проходя, давать честь. Олег Иванович, день называется, да? Нет, отражение солнца, нет, когда против солнца. А что ты я крутой такой снимаешь? Гадюка ты, блин! Не дай бог. Да, там в этом фосфоровской зеленой форме. Ты как сапоги чистил, как ругался. Да, ругался. Пока не пишешь, давай. Знаете, у нас на кассете все. А мы вчера имели неосторожность, начали просмотр. Я уже это слышал. Комбату показали, да? Я уже это слышал. Комбат сегодня Березовскому сказал, что он думает про нашу эвакуацию. Там ничего страшного не было. Так, собственно говоря. Сейчас садите, перепишем. Олег, ты до этого самого, здесь были? Да? Нормально было это. Да, сейчас я вас поздравляю, что пизделеет, говорю, от всех. Какому-то путь продолжайте дальше. Это кормилец, значит, против. Это одевались, значит, вещи. Это
Зампотил. Да, зампотил. Обувалец. Все, хоккей. Товарищи зомполита снять. История. Товарищ начальник разведки. Точно, да. Точно. Собственный персу. Сегодня опять утром пришел, водитель ходит, никто ничего не расписал. Отодрал дежурного, выгнал, пошел пить экскрюмент. Ну, прям дальше. Волков кто? Волков никто, рапорт я не видел, что разрешить. Где проблема? Я его впечатаю в список, он скрывает. Если не он, если он будет ездить по патрулям, тогда кто-то такой, который постоянно здесь. Может даже этот же прапорщик Демченко, который, допустим, или который не выездной, и того же ястреба сделать, прапорщиком, который вроде будет скрывать помещение. Стоянки, все вроде. Что было на месте? Скрывать, надо по территорию брать платить. Все уже нет. Ну, из вашей руки. Все проблемы. Сделайте его правильно. И пусть он все время ходит дежурный по роте, и ходит, скрывает утром, закрывает вечером, дает туда платить. Бумажки там все. Он же тоже не прошел, не скрывал ничего. Он сел в Москве. Подъезжай сюда. Сюда подъезжай. Да, слышал. Ну, кстати, я... Где там время? Анатолий. Не память их загибла, меня. У него и проходимость везде, и по ширине, и по габаритам он лучше. Знаешь, я Харченко сказал, ну, по прибытии на место доложить 6-6. Они уже через перевал перешли, как только вниз. Вася, да. Я сейчас еще возьму. Ну снимай, снимай, да. Давай. Киев, посмотрим за бутылкой, слышишь? Ты снимаешь, нет? За бутылку водки в Киев посмотрим, да, с тобой сядем, да. Бутылочку откроем, да. Лучше две. Лучше две, да. И посмотрим. Когда приедем. Встречать будешь. Да. Кстати, да, действительно, это первый зуб. Да. Олег, это первый зуб ты взял? У меня была первая пломба. Где? На море, где? Вот. Сейчас сам, который воин. Так, отставить радоваться. Сейчас я тебе порадую. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Thank you.
Любимый же! Ёлки идут. Здравствуйте. Родичка. Сейчас идут. Что? Ёлки идут? Нет. Обсуждение. Здорово. Ну, всё, как команда. Нет. Ну, нормально. Ну, после разговора с Родиной. Да. Так он наши перехуярили вот это все. Ага. А сука, нихуя себе поужинал. Откуда эта фраза? Да. Звук записывается тоже. Автоматически, нет, не записывается. Да? Конечно. Все твои маты записались, Руслан. Ну, это зачем? Потом ну, начальнику отделения хотел показать. Наши керамики, да, парк сейчас заснимем. Комментирую, рассказываю. Это наш парк, допустим. Вот впереди на передний план попадают два ПТРа медицинских. Эвакуационных. Где они? С белыми крестами. Еще с красными крестами на белом фонраке. Ага. Вот доехал газик. Может быть, начальник штаба. Полги интересного мало. Ага. Прикинь, что ты хочешь взять. Вот так панорамно сделать, вот так начиная отсюда, вот так вот. Эх, Иваныч, надо было на море тогда взять ее. Те подруги, они бы сняли, прикрепили. Ну,
Возьми две пачки. Возьму две. Чего? И одну дверь. Человечек, вам надо подъехать поменять пачки. Вам подъехать там. Я знаю.